В ходе встречи с представителями Счетной палаты Российской Федерации, которые проверяют целевое использование российской финансовой помощи, оказанной республике за 2019 год, глава государства подчеркнул, что финансовые средства, выделяемые Россией на развитие Южной Осетии, расходуются строго по назначению. Этому вопросу уделяется особое внимание. Роль, которую вы сыграли, она действительно неоценима. Неоценима в том плане, что сегодня определенный порядок в этом направлении, он прослеживается, он реально есть. Что касается в общем инвестиционной программы, то нельзя не гордиться тем, что буквально в прошлом году, в 2018 году, инвестиционная программа у нас была выполнена на 100%. На сегодняшний день инвестпрограмма фактически выполнена около 70%. Я думаю, что к концу года, опять-таки, реализация инвестпрограммы будет близко к 100%. Президент выразил благодарность руководству Российской Федерации за постоянную помощь и поддержку. Благодаря этому в республике построены социально значимые объекты. Бибила выразил уверенность, серьезных нарушений в ходе проверок не будет. Бюджет республики, по большому счету, он открыт. И я думаю, что вы в этом сами убедились. И я думаю, что претензии или там замечания по эффективному расходованию денег, целевому расходованию денег, я думаю, что не будет таких серьезных проблем. И опять-таки не могу не поблагодарить Российскую Федерацию за то внимание, которое уделяется развитию инфраструктуры и развитию, в принципе, в общем-то, социальной сферы. Не исключаю, конечно, в этой помощи и в развитии экономики Республики Южной Осетии. Сегодня достаточно комфортные условия для инвесторов, в принципе, они заходят сюда к нам, серьезные инвесторы, которые уже, слава богу, начали вкладывать в Республику Южная Осетия. Совместитель начальника инспекции Счетной палаты России Валерий Лепеха отметил позитивные изменения, которые произошли в Южной Осетии после его последнего визита 4 года назад. Он сделал акцент на вновь построенном медицинском кластере и многоквартирных домах на улице Братьев Губаевых. Добавил, что проверочные мероприятия на объектах уже подходят к завершению, скоро будут озвучены итоги. Буквально, да, наверное, завтра мы уже предоставим результаты в виде акта, но окончательные результаты будут только после того, когда мы сделаем отчет. Этот отчет выйдет на коллегию Счетной палаты Российской Федерации, где будут участвовать наши коллеги из контрольно-счетной палаты, я думаю, из правительства республики. И там уже окончательно будут результаты. Эти результаты мы даны ваше имя, вот, наши предложения, наши рекомендации, как в дальнейшем мы видим вот, развитие и использование финансовой помощи. Не может не радовать и рост собственных доходов в Южной Осетии, заключил Валерий Лепеха. Анжела Кукоева, Алим Бетеев, Тамерлан Кусраев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.